То, что сочинские больницы и клиники стали гораздо технологичнее и современнее, это уже факт. Олимпиада дала колоссальный толчок в развитии медицины курорта. Построено 5 новых объектов здравоохранения, капитально отремонтировано 16. Только в 2013 году в отрасль вложено более 3 миллиардов рублей. Сегодня задачи стоят новые – организовать профессиональную работу персонала и повысить сервис в муниципальных учреждениях здравоохранения. Здесь идет речь о стандартах гостеприимства. О стандартах, когда человек, приходя в стены больничного учреждения, лечится и психологическим фактором. Самим персоналом, когда врач внимательно относится ко всем проблемам больного, когда медсестра с удовольствием слушает вопросы и может компетентно на них ответить. Осмотр больницы Анатолий Пахомов начал с регистратуры, пообщался и с людьми в очереди, попросил заполнить анкеты, в которых жители могут оставить свое мнение о здравоохранении курорта. Сможете вот ответить на эти вопросы? Только, ну, я понимаю, вы имеете в виду, я дам даже 3, чтобы... В пятибалльной системе. Чтобы было как непонятно. Главу заинтересовал вопрос об оплате анализов. Мэр отметил, в муниципальной больнице все услуги должны оказываться бесплатно. Врачи пояснили, платные анализы только на выявление ВИЧ-инфекции в самом центре профилактики СПИД. Анатолий Пахомов предложил дотировать из бюджета эти затраты хотя бы для пенсионеров. Вопрос будет рассмотрен уже в ближайшее время. После глава навестил семью, которая пострадала в ДТП в Бабу-Кауле, выразил сожаление и поинтересовался состоянием пациентов. Спросил у самих больных, как к ним относится персонал больницы. Хорошо. Приняли очень хорошо, отлично. Врачи профессионально работают. Знаете, каждый дом начинается с порога, а здесь, я хотел бы сказать, с охраны. Как заходишь в дом, так и чувствуешь в нем. Охранники вообще молодцы, очень вежливые. Персонал весь добродушно вежливый. Следующим пациентом, с которым встретился глава, стал ветеран Анатолий Шугар. Ему сделали сложнейшую операцию, заменили сустав. Как оказалось, мэр со своим тезкой видится не в первый раз. Великолепная экология – это залог хорошего здоровья. Море, солнце и такие замечательные люди, как вы. Надо жить до 100 лет. Навестил глава и пациента, которому отрезала ногу на санобобслейной трассе. Врачи провели действительно уникальную операцию. Теперь 26-летний Сергей даже не будет хромать и, скорее всего, вернется на санобобслейную трассу. Случай редкий даже для мировой практики. Глава отметил, такие чудесные исцеления для Сочи должны стать нормой. Поинтересовался мэр у Сергея, как ему в больнице. Раньше, в моем малом возрасте, когда в очередях все сидели, сейчас этого уже нету. Что нужно сделать, сделают. И как бы, качество уже как, все сравнивают европейского уровня. А то, может, и лучше даже. В Европе не был, но по мне так лучше. Посетил глава и офтальмологическое отделение. Здесь проводят сложнейшие операции на глаза. В день более 50. Встретился Анатолий Пахомов и с персоналом больницы. Обсудили перспективы развития отрасли и меры поддержки, которая будет оказывать.